Весна и цветы – понятия неразделимые. Именно в это время хочется посадить их как можно больше, чтобы они радовали глаз все летние месяцы. Выращиванием рассады уже почти 7 лет занимается семья Степановых из деревни Ача-Косы Канажского района. Василий и Зинаида Степанова – люди на селе известные. Оба более 40 лет отдали сельскому хозяйству. Зинаида по профессии агроном. Так что неудивительно, что все в ее руках растет и цветет. Начинали свой красивый бизнес с практичных овощей – помидоров, огурцов, лука. Себе хватало и на продажу оставалось. А потом что-то в душе перевернулось. С чего начинать? Надо сначала литературу надо изучать, что хочешь, чего хочешь, сколько хочешь, какие семена, на все отечественные, импортные. Вот сначала вот с литературы, пожалуй, надо начинать. Почитать надо, книжки пооткрывать надо сначала, потом уж вот. Мы совет, у нас спрашивают, как, когда сеять, чего. Мы уже не очень, возраст у нас не очень молодой. Нам таких секретов уже не надо держать. Нам надо, молодые спрашивают, интересуются. Мы рады, когда молодежь интересуется. Я охотно передаю свой опыт. И пользуюсь случаем, хочется передать ветеранам, участникам войны. Огромный привет, здоровье им. Вот, слезы выступают. Эти две оранжереи – украшения хозяйства Степановых. Муж и жена трудятся здесь с любовью. Иначе как можно вырастить такой цветник? Более 10 сортов рассады – гвоздика, петунья, вербена, бархатцы – все на расхват. В покупателях администрации Канаша и района – частные предприниматели. Сюда всегда приезжают с уверенностью, что найдут все необходимое и отличного качества. Терпение, труд, все перетрут, как говорят. Ну, в общем, надо стараться. Начинаем с февраля месяца сеять. Вот февраль, март, апрель, май реализация, июнь, вот цветов. Выращиваем цветы для озеленения городов и для населения дач, участков. Уже за 7 лет у нас появились свои покупатели, заказы, специальные заказы. Что закажут, то и выращиваем. В этом гостеприимном доме всегда хорошее настроение и особая аура. Цветочный ковер, разноцветная палитра – все это создано руками умелых и любящих труд людей. Сюда всегда хочется вернуться. Что касается овощей, то они уже почти созрели в эту раннюю весну. Вот что значит профессиональный подход к делу.